Эти стены полны секретов. Но никому не интересна судьба какого-то человека. Это как замкнутый круг. В следующий раз, когда мы встретимся, ты станешь человеком. Человеком, который научится жить с этим. Наша работа заключается в том, чтобы вместить закон и порядок в опасном квартале. Папа вернулся! Что ты делаешь? Что ты делаешь, а? Папа говорил, что именно здесь он вырос. Какие огромные замки! Они требуют, чтобы мы вновь открыли дело, которое пролежало 16 лет на полке. Я полагаю, никто из нас этого не хочет. Займитесь этим. Ни один из свидетелей не смог указать на каких-либо подозреваемых. Я бы с удовольствием посмотрел дело. На первой странице значится красивая версия коррупции в полиции. Здесь многое скрыто. Тот, кто написал эти письма, похоже, заинтересован во всем, кроме как поймать убийц. Как ты смог стать копом? Здесь многое в страхе. Алло? Похоже, ваш ребенок плачет. Кто это? В вашем доме было совершено два убийства в 86-м году. Этой осенью. Не знаешь, почему кто-то звонил и сказал об убийстве? Ты что-то сегодня дерганый. Ты мог бы вернуться. Важно, чтобы ты это знал. Но были времена без копов один. Ты мне все еще друг? Это не имеет ничего общего с полицейским. Это имеет самое непосредственное отношение к копам. Мы знаем, что ты сделал. Кто пришел после него? Знакомые имена. Этих людей не существовало. Ты должен понять, на что ты готов. Может, мне поговорить с вашей женой? Если что-то случится с моей женой, клянусь богом, я убью тебя. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Это семейное убийство. И ты знаешь, насколько тяжело то, о чем я тебе говорю? Ты здесь как птица в джунглях, мальчик мой. Опасный квартал. Скоро.